Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4 серии. Итак, как вы поняли, ремонтировать буду переднюю дверь. Ремонтировать буду при помощи споттера. Первым делом разберу, сниму обшивки с ним. Итак, снимаем обшивку. Разбираем часть ручки. Под ней откручиваем два болта. После снимаем обшивку и отключаем проводку. Ну что, обшивка снята. Могу начинать ремонт двери. Для работы со споттером снимаю краску в поврежденных местах. Затем черчу ребра жесткости и начинаю ремонт.
Ну что, дверь отровнял, можно отдавать ее на покраску. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!